Никаких секретов приготовления аджики по-армянски нет. Все на этикетке. Если почитать состав этого продукта, здесь не найдешь ни консервантов, ни усилителей вкуса. Только натуральные ингредиенты – стручковый перец, зелень, чеснок и специи. На прилавках обычных магазинов такого уж точно не найдешь. Есть аджика грузинская, есть аджика абхазская, а вот аджики армянской нету. С этой целью я назвал как аджику по-армянски. В самом деле, есть у меня очень большая цель – чтобы люди смогли попробовать эту продукцию, пользоваться ею. Она очень хорошо подходит к мясу, к мариновке шашлыка. Острая ароматная аджика – отличное дополнение к любому блюду. Настоящий домашний вкус. Посетители выставки с удовольствием пробуют приправу – красную и зеленую аджику. И тут же покупают. Сложно устоять перед ее ароматом. Кстати, фирма уже заключила контракт с крупной компанией «Торрес». Ищет и других клиентов и оптовых покупателей. Подробности на сайте hamakh.ru. Ну а за аджикой можно приходить до 24 декабря на рождественский базар в отель «Жемчужина».